Ну вот, друзья мои, остров Качанг, обратите внимание, здесь такое сказочное место. Вот просто туалет, но ведь так красиво украшено. Такие ракушки висят, такие раковина вот такая красивая. Как красиво здесь вообще. А вечером тоже так сказочно. Такая плиточка красивая. Душ, смотрите, как сделан красиво. Вот, вообще красота. Да ведь? Ну вот, пойдемте дальше. Покажу, как здесь вот выглядит все остальное. Вот здесь такой бар замечательный. Вот, а мы с другом будем передвигаться дальше по острову. Красивые цветочки стоят. Все на голову, что ли? Ну да, чтобы жарко не было и подсохли заодно. Ну, в смысле, голову не напекло. Я имею. Красивые цветочки. Ой, какой шикарный. Вот. Да. Ты живешь в каком-то Бангкоке. Да. Может, тебе освоить какую-то работу на компьютере? Да, я вот тоже думаю, наверное. У меня же, в принципе, чтобы видео уже заснято на год вперед всяких там. Можно, я просто могу здесь сидеть, обрабатывать и их это выставлять. Там просто надо заниматься, вот эти SEO прописывать, их выставлять на всякие группы, связанные вот, ну, с тематикой видео. Что, короче, чтобы привлечь больше народу к видео. Вот, и тогда будут они просматривать, и мне за это капать будет денежка. Хотя бы с этого можно начать. А есть сайт фрилансер, это можно там просто брать работу, там люди, которые тоже в интернете работают, выставляют всякие, ну там кому что надо, фотографии обработать или там какой-нибудь сайтик сделать. А ты это умеешь? Ну, в сайт не могу, хотя в конструкторе могу сделать, а вот фотографии могу пообрабатывать или может видео какое-нибудь там скомпоновать. Ну все.